Дмитрий Некрасов. Был призван в армию еще в 95 году. Отслужил полтора года, а потом был приказ ехать в Чечню. Он отказался, бежал из части. Я в смысле не отказывался служить в Чечне, в советской армии, в нашей, в российской. И моя причина оставления части – отказ службы в Чечне. Я отказывался воевать в Чечне. Просто-напросто я считаю, что для меня неприемлемо стрелять в людей, там, чтобы стреляли в меня. Да это мое личное убеждение, скорее всего. Так меня папа с мамой воспитали. Я не должен стрелять и не должен бить никого, не должен убивать никого. 6 лет Дмитрий был в бегах. Я бы пришел раньше, если бы не мать. У меня мать инвалид второй группы. У меня сердце больное. Отец туберкулезом болеет. Тоже. И я как кормилец получался. Ну, мать пенсию получает, но все равно. Я бы пришел раньше. Ну, потом вроде наладилось, сейчас у нее со здоровьем вроде нормально. И я решил, думаю, надо все-таки пойти докончить это дело. Сегодня в Чечню посылают уже только добровольцев.